Сегодня на уроке мы с вами будем делать открытки. Будем делать их в подарок пожилым людям. Как вы думаете, зачем мы это делаем? Ну, Степа, пожалуйста. Поздравить пожилых людей с Новым годом. Чтобы поздравить пожилых людей с Новым годом, Яна еще. Чтобы им было приятно. 3А – заслуженные участники акции «Я Дед Мороз». Ребята каждый год, как трудолюбивые эльфы, мастерят открытки для одиноких бабушек и дедушек, потому что знают, лучший подарок сделан своими руками. И для мам, и для пап, ведь они всегда сами творят. Я делаю елочку. Насколько сложно сделать такую елочку? Ну, это долго, но так-то это очень легко. У меня будет цветочек. Цветочек. А что за цветочек? Простой цветочек. Я делаю иней с снегопадом. У меня будет изображен красный снег с новогодним кустиком с красной цветочкой. А почему снег красный? Ну, это моя фантазия. Ребята работают в технике квиллинга. Из бумажных ленточек выкладывают узоры. Поэтому, как бывалые мастера говорят, важно хорошо приклеить, чтобы морозные узоры и нарядные елочки не сбежали на соседнюю открытку. Ну и подписать большими буквами от чистого сердца. Дорогой дедушка, дорогая бабушка, поздравляю с новым 2019 годом. Желаю счастья и крепкого здоровья. Я хочу, чтобы вы были самые красивые. Готовые открытки школьники отдали нам на ответственное хранение, чтобы мы передали поздравления одиноким бабушкам и дедушкам из пансионата в Солнечном. Потому что добром надо делиться. С Новым годом!